еще две главы и 25 страниц текста, и еще больше желания отключаться от изучения английского и переключаться на что-то другое. Поскольку действительно изучение английского, ну, в какой-то степени меня тормознуло. Да, и причем тормознуло не на 3 месяца, как я говорил прежде, а на более длинный срок, поскольку я втянулся в изучение английского, все-таки, если уж точно, быть более точным, с марта 2016 года, то есть уже почти полтора года, да, получается, март, это у нас первый месяц весны, сейчас последний месяц лета, ну да, фактически, даже весна, да, осень, полтора года я изучаю английский. Как я начал ходить в этот разговорный клуб, так я полтора года фактически занимаюсь английским. Конечно, были отступления, я там и читал, например, ну, летом увлекался. Летом срывался в 16 году на компьютерные игры, потом осенью отвлекался на чтение медицинских книг по оториноларингологии. Забыл, как правильно. Ладно, короче, чтобы вылечить геморрит, отвлекался на изучение данных книг. Потом также отвлекался и зимой, уже в начале вот этого 17-го года, когда писал час мышления и сосредотачивался вообще на мышлении, на русском языке. Какие-то я там книжки еще параллельно перечитывал, русские, Писарева перечитывал. Ну, хотя это было уже позже, да. Что-то еще читал, что же я читал. Ну, можно посмотреть в дневниках. Сейчас, в принципе, не имеет значения. Но, тем не менее, да, процесс изучения, как бы на первом месте стоял процесс изучения английского языка, и серьезного погружения в философию не наблюдалось. Да, ну, за исключением вот прошлого лета, когда я, я социологии перечитал. Забыл, как Зомбарта, да, Вернер Зомбарта, и перечитал книжку. Прочел Фрейзера, ну так, поверхностно. Не большую книжку про религию. Ну, как бы основа религии. Блин, я даже название уже забыл. Большая книжка. Фрейзер, короче. Что-то там начиналось у нас с описания жреца, ветвь, жрец. Что-то там, золотая ветвь, обряд, жреческий обряд. Короче, все, 5 минут уже прошло, кстати. Кстати, нет? А, я не ставил, блин, я не поставил 5-минутку. Ну ладно, 3 минуты прошло, еще 2 минуты надо поговорить. Да, и последние полтора года фактически я был вовлечен в английский. Как бы это основная задача, которая крутилась. И вот к маю этого года, то есть 4 месяца назад, привела к тому, что я увлекся очень сильно, начал заниматься английским. Ну, как раз после компьютерных игр, да. Это был спад на компьютерные игры небольшой. И после него я плотно подсел на английский и фактически 4 месяца занимался исключительно английским. Читал книжки на английском, писал на английском, вел этот разговорный клуб. Писал дневник на английском ежедневно по одной странице. Ну и большую часть времени, конечно же, слушал. В основном таких авторов, как Лео с канала Actualized.org. Брентона чуть-чуть слушал. Слушал лекции Питерсона, слушал лекции Боновака, ну, вот недавно крэш-курс пересмотрел, несколько курсов, историю, вторую историю, мировую историю, сейчас психологию пересмотрел. До этого, кстати, я еще пересмотрел философию на крэш-курсе. Что еще? Кого еще я слушал-то? Лео, Хренело. Ну и параллельно очень много разных там мотиваторов, всяких Тони Робинсов, Шробинсов и так далее. Вот, читал Стива Джобса. Прочитал всю книжку полностью.
сначала понимаю ее на 50%, потом постепенно все больше, больше и больше. Ну, без перевода, кстати. Были моменты, где я пытался переводить все, что я читаю. Наверное, сейчас буду говорить до конца, пока батарейка не разряется. Были моменты, где я пытался говорить все, что я читаю. Вернее, переводить все, что я читаю, потом я это отбросил. Ну и просто читал по дугинскому методу, закачивая в свое сознание непонятные слова, но тем не менее пробегая, ну, читая каждое слово, не пропуская ничего. Итак, что там еще было? Еще какие книги? Бейтсона я прочел, Angel's Fear, To Treat Where Fools Rush. Что еще? Ну, это уже такие, ну как новейшие, не такие уж новейшие. 2 месяца назад взял книжку по буддизму, прочитал ее. Сейчас Платона пытаюсь читать,